Как выбрать мобильный телефон? Грамотно подойти к вопросу о том, как выбрать телефон, поможет наше видео. Мы акцентируем ваше внимание на основных моментах, которые необходимо учитывать при покупке мобильного телефона. Итак, приступим. Фейс-контроль. Истина о том, что встречают по одежке, актуальна и для телефона. Прежде чем оценивать рабочие параметры гаджета, вам предстоит определиться с его формой. Современный рынок предлагает несколько наиболее популярных конструкций устройства. Итак, моноблок – это классическая трубка. Раскладушка состоит из двух соединенных частей, складывающихся по принципу книжки. И слайдер – это раздвижная модель. Если у вас нет явно выраженных конструктивных предпочтений, и вы не можете определиться, как выбрать телефон по форме, следует иметь в виду, что наиболее надежным и простым в эксплуатации считается моноблок. Все основные узлы такого устройства, клавиатура, дисплей, динамик, как правило, находятся на передней панели. Сзади традиционно установлена встроенная камера, а разъемы расположены на торцах. В виде моноблочных вариантах изготавливаются не только бюджетные модели, но также смартфоны и многие бизнес-девайсы. В свою очередь, книжка представляет собой излюбленный дамский вариант. В раскладной модели экраны, внешние и внутренние, динамики и камера располагаются чаще всего на верхней части, а нижняя панель отдана под клавиатуру. Слабым звеном подобного решения является его относительная хрупкость. Со временем крышка расшатывается и может просто отвалиться, повредив шлейф проводов. Что касается слайдеров, то они традиционно ассоциируются с имиджевыми устройствами и отличаются достаточно высокой ценой. Корпус телефона делится на две части, передняя из которых сдвигается вверх относительно задней, открывает доступ к клавиатуре и камере. Рассмотрим следующий вопрос. Функциональные классы. Определившись с внешним видом, можно переходить к содержанию. На этом этапе решать, как выбрать сотовый телефон, вам помогут такие характеристики, как класс, диагональ, расширение качества экрана, операционная система, тип клавиатуры, кнопочный или сенсорный, емкость аккумулятора, мощность процессора, виды памяти и оснащение. В большой степени основные технические характеристики и рабочие параметры определяются именно классом модели. Например, телефон для пожилых людей снабжается максимально простым меню, крупными клавишами со шрифтом и экстренными кнопками, позволяющими одним нажатием сделать звонок или отправить смс по заданным номерам. Мобильные гаджеты с собственной операционной системой, типа Android или iOS, известные как смартфоны, способны работать с множеством программ и выполнять огромное количество функций. Наличие в модели беспроводных модулей связи, это Bluetooth, Wi-Fi или WiMAX, позволит вам без проблем подключаться к высокоскоростному интернету. Плееры, фото и видеокамеры превратят устройство в полноценный медиацентр, а инструменты органайзера дадут возможность использовать телефон для рабочих целей. Так что выбирайте телефон по вкусу и всегда оставайтесь на связи с миром.